Приветствую вас, дорогие дамы и господа, мы продолжаем прохождение Героев Меча и Магии, часть 5. Это дополнение Владыки Севера, и принимать нас этих, нам пацанов-то этих некуда, да, наверное? Сейчас нажмем принять и посмотрим. Нет, смотрите, приняли, они у нас будут, значит, здорово так защищать наших лучников. Вот, продолжаем мы прохождение миссии, как это она там называется? Так, сейчас... Называется на переговоры. О, нам надо здесь с гномами, короче, поговорить о том, чтобы они нам выдали принца Андриаса этого. Да ладно тебе, как ты мог просрать-то, чемпиона, ну? Вот, и на что мне кажется, что гномы, ну, залупятся, мягко скажем. Ну, короче, скажут, нет, ребята, так не пойдет. Не будем мы выдавать вам принца, потому что... Ваша королева Изабель нам доверие не вселяет. Ну, что-то такое она точно, скажет там. Так, давай, ждем. Ты лети сюда. Так, ну, у них ходовка маленькая, то есть можно подождать. А ты давай стреляй, чтоб вырубил их. С удачей еще и прокосячил. Ну, ты чмо. Так, на кого еще кару наложить? Ну, ладно, наверное, выждем. Потом на физ. Ну! Так, значит, стоим. Что еще можно? Ну, каменку положить, вот так. Так, теперь мы ложим на птичек. Так, ну чего, ты стрелять-то будешь сегодня или как? Ну, наконец-то, попал. Так, боязно, боязно. В принципе, мы, наверное, обождем даже. Нас потому что лучник сейчас еще раз ходит. Это у него тут была молния. Молния бьет 6, а глыбы 9. Вот давайте глыбы зарядим и на. Ну и давай, добивай уже. Ты сволочь-то, а. Ладно. Птички сами все сделали. Чем вот не люблю привидений? Потому что они вот такие козлы. Так, обычные грифы, но их много. Опять у нас чемпион пострадал. Так, на этот раз мы всех вот так вот назад убираем, потому что птицы у нас очень далеко летают. Хотя их не так много тут. Давай, давай, давай. Так, карающий удар на нашего пацана. Так, 24, 26, ну не знаю, ну давайте. Ну, блин, зря, наверное, это сделал. А, нет, в принципе, успеет, да. А у этих есть иммунитет к ослеплению? Да, у этих есть. Поэтому надо их убивать прямо сейчас так вот. Огонь. Так, ну у нас чемпион под раздачей стоит. В принципе, я думаю, проблем здесь уже нету. Все, птичка сейчас летит. И лучник достреливает. Боевой дух тут нам вообще помощник хороший. 5 БД, да, у нас? Очень странно, хотя вот у героини, да, 3 БД, но почему-то в армии 5 БД. Так, отлично, еще к параметру плюсик. 18 защиты и 21 атака у нас уже. У нас, кстати, давно уровня, по-моему, не было, да? Хотя нет, вроде был не так давно. Мы же штормовой ветер брали, точно. Так, давайте третью поставим. Ой, здесь можно по максимуму развить, да, я так понимаю. Отлично. Рассеянность, кстати говоря, надо будет точно выучить это. Будем забывку уложить, и будет прекрасно все. У нас, правда, тьма, по-моему, не искусная. А тьма у нас... Не смотрите, искусная. 70% будет забывчивость. Итак, опять у нас страдают наши большие существа. Так, 38 ящеров одним отрядом. Так. Просто бьем. Не, надо было, наверное, все-таки ускорить. Так, ну давай с боевым духом взлетай. Отлично. Значит, обгоняет и бьет, еще успеет отойти. Но это уже не важно, как вы сами видите. Хорошо. Упростили нам задачу ящеры, став одним отрядом. Так, вот еще гильдию отстроим. Ага, все, 5 дерева надо. 5 дерева надо, в принципе, не проблема. Можно даже вот так сделать. Нет, ну это слишком уже загнул. Да ну нет, тоже как-то жалко мне золото отдавать. Раз, два. Вот самоцветы, они здесь, в принципе, не такие-то и нужные. Четвертое, что четвертое? Антимагия и берсерк. Вот берсерк это вообще вещь. Сказочная вещь такая. Ты должна сходить и взять берсерк, я думаю. Следующим ходом.
Нет, я все-таки думаю, мы прошвырнемся и захватим замок. Попробуем, по крайней мере, это сделать. С тем, что у нас есть. Да перестань ты терять чемпионов. Я не знаю, куда их уже засунуть-то. Постоянно они у меня терпят, и все. Давай, ускоряй всех. Блин, где там вот. Так, как вот они пойдут? Ну, давайте так попробуем. Так, отлично, попадаем. Минус. Давайте даже разгонимся, чтобы от них хоть какой-то толк был. Так, стоим, курим, курим. Не достаем, поэтому тоже курим. Ну, давайте ударим, почему нет? Птички добьют, наверное, сейчас. Почти. Изабель. Ой, в смысле, какая Изабель? Фрида сама все сделает. Хорошо. Так, плюс колдовство, отлично. Колдовство это тоже очень важная штука. В наших подвигах. Вообще, рыцарь такой маг, это прекрасная вещь. Так, вот с этими будет тяжковато. Один, два, не знаю. Эти все-таки уроды, они 120, они еще травят, удивите, у них инициатива, скорость. Штормовый ветер это хорошая вещь. Так, ну куда лететь? Давайте вот так, наверное, или вот так как-то. Ой, блин, защиту нажал нечаянно, вот дурак. Слушайте, у них вообще скорости нету, да? Три. Огонь. Отлично. Так, где там наш ускор? Так, кара. Так, отлично. Попадаю, да? Хорошо. Ну, блин, совсем, правда, слабенько. А, нет. Нам разбегаться туда не надо. Мы отравимся сразу. В принципе, все здесь. Один, два, да, так, так, два, три, ну, давайте попробуем убить. Да, убиваем. Все, ходовка кончается. Блин, надо было что-то на ресурсы купить, зря я. Деньги-то есть. Надо было сообразить что-то купить. Давайте сразу руду возьмем. Успею, интересно, до конца недели захватить их, нет? Так, хорошо, без потерь. Да вообще успею, успею. Забираем золото. Золота мало никогда не бывает. Так, вот теперь у нас есть шанс что-то отстроить. Например, пятую гильдию. А, можно даже... Так, нет, пятая гильдия, нам надо 5 дерева. Серу на дерево. С деревом совсем плохо, беда, 2. Даже руды у нас теперь по 4. Так, что у нас пятая гильдия нам показывает? Что мы знаем святое слово и нечестивое слово. Ха, классно. На все времена у нас теперь заклинания. И против мертвых, и против живых. Так, надо еще даже вот эту штуку посетить. Идол. Все, давай. Ты там тоже уже светишься, да? Шлейф остается светлый. Так. Так. Так, и зря я это... Нет, смотрите, успеваю. Ладно, что, вперед? Сильно там жестко потери нет будут. 13-28, да, в принципе, согласен, хрен с ним. Так, колдовская награда. Два колдосу в качестве платы 1000 золотых. Ученый, умение учить других героев между книгами и языками. Хорошая вещь, можно учить. Но тут, наверное, развитый контрудар, может его учить. Вот уж не знаю, не пользовался этой штукой, хотя, блин, это отличная вещь. Можно столько лучников наделать. Колдовская награда. Давайте два колдовства у нас будет. О, сбор войск. Повелитель проклятий. Ослабление и немощность. Сбор войск. Ну, это для того, кто в городе сидит. Который учитель, это если вы сидите в городе. Так, давайте контрудар тогда выучим. Повелитель разума. Замедление и рассеянность на всех. Вот это вообще охренеть. Мы теперь молодцы. Божественная месть, отлично. Святое слово. Так, мы здесь уже полностью город отстроим, получится. Вампиризм, ну все, у нас полный комплект. Пурпурный потерпел поражение. Задачи выполнены, мы молодцы. Да, здесь все отстроено уже. Уникально, достигнут. Монастырь даже есть, да? А деньги у тебя... Ну, деньги-то у него были, кстати говоря. В принципе, мы неплохо так развились.
ставим эту хрень. Все, теперь у нас только коричневый ходит, и он не ходит, он нас ждет. Равновесие. Давайте зайдем, у нас есть деньги, чтобы купить войска. Так, тут я, пожалуй, наверное, переделаю вот этих пацанов в этих пацанов. Так, здесь что? 5, 7. Ну, я не знаю, кто лучше. Вот как посмотреть, что они колдут? Я не помню, что... Адепты колдут карающий удар, точно помню. Эти колдут ускорение кожу. Эти колдут... Ну, они еще снимать... Ну, эти адептов. Адептами поиграем. Они не то чтобы хуже. Просто каждый... Каждый по-своему прав. Пусть будут адепты у нас. Так. Что здесь можно построить? А, здесь все. Нет, смотрите, мы все-таки не все построили. Да, почему? А, потому что... Вот. Тренировочный зал надо строить еще. Так, хорошо. Сейчас пойдем договариваться. Так, монастырь сюда поставим улучшенный. Отлично. Итак, сделаем вот так вот. Оп. Нам, конечно, собрать теперь всю эту армию. Но мне надо в тот город стопудово. Потому что там, вы сами понимаете, берсерк и же с ними. Поэтому именно туда мы сейчас и пойдем. Так, только предварительно, наверное, выкупим войска, которые сможем. Так, 7. И все, собственно говоря. На этом все. Чтобы когда мы подошли к тому городу, к нашему первому, у нас уже была хорошая армия, которой можно воевать. Так. Так, ну, в принципе, что, хватит? Не хватит? Нет, не хватило. На лендлордов немного. Зато у нас там уже монахов дофига. Конечно, пробить гарнизон этого всего не хватит нам. Это девушку понятно. Но я так думаю, что здесь суть-то и не в этом. То есть там не надо пробивать никакие гарнизоны. О, кстати, вот этих еще давайте позовем. Так, что мы можем построить? Конюшни можем поставить. Отсюда у нас вываливаются чемпионы. Ну, или сначала рыцари. Так, хорошо, антимагия, хреномагия. Так. Во. Так будет повеселее теперь. Ну все, короче, я пошел. Берсерк. У нас тут 11 колдовства, 13 знаний, честивое слово. Да, мы тут полностью все выучили. Поэтому давайте уже поломимся, наверное, может уже закончим, попробуем эту миссию. Посмотрим, какие сейчас условия нам поставят гарнизон. Наверняка же за печеньки не пропустят у нас. То есть скажут, надо что-то принести или что-то сделать. Тем более он у нас не мечом помечен, да, а просто как свой. Топ-топ-топ. Они отказались отдать ребенка. Я считаю, нужно захватить его силой. Я с ними такое сделаю. Ласло, как всегда, дебил. Да. Хоть я и разделяю твои чувства, Ласло, мы еще не готовы к этому. Я потребовал начать переговоры. Дайте мне поговорить с ними. Ласло тяжело общаться, постоянно размахивая кулаками. Ну да, ты тогда с мечом наперевес тоже поскакала. Хоть в ножны бы убрала его. Да. Пусть озарит твой путь свет Эльрата, и пламя Арката пылает в твоем горле. И тебе того же. Получше, чем тот рыцарь будешь. Что надо? Пройти в Торхрал, чтобы решить с вашими вождями некий дипломатический вопрос. А то правила есть. Всегда были. За вход платить и никаких странных отрядов. Почему? Мы пришли с миром. Мы несем благословение Эльрата. Неси, что хочешь, но этих красных убийц, от которых серый несет, отпустим. И заплатить не забудь. Аларик, вам с Ласло придется подождать здесь. Я вернусь и приведу мальчика. Мне это не нравится. Они обращаются с нами, как с прислугой. Это их земля. Следите за Ласло. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Да. Серый воняет. Так, какие задачи? Мы туда так просто сейчас не пройдем, да?
выполнить требования гномов. Требования гномов к армии, желающей пересечь границу королевства. 15 тысяч казну, 15 кристаллов, 15 мер серы. Так, серы чуть-чуть не хватает, да? И 10 самоцветов. Все остальное так. На территории колеса войска должны приехать 100 ополченцев. Арбалетчики, латники, королевские грифоны, паладины. Не нового типа. Если не дозволяется. Все, я понял, в принципе, понял. Короче, мне надо просто сейчас переделать обратно. В ни о чемных. Давай, давай. Сейчас просто обратно переделаем их, регрейднем. Неделя колдовства. Интересная неделя, что она дает. Максимально уверенного у всех заклинок магии призыва, интересно. Так, значит, делаем так. Так, ополченцы. А чё? А, у нас нету. У нас нету. Так вот тогда. Надо было сразу же этими воевать, придурками. Так, тут у нас что? А, это история города. Кстати, иногда интересно почитать историю. Давайте посмотрим, что там требуется. А, значит, 100 ополченцев, 80 арбалетчиков, 50 латников. Ну, 80, 100 ополченцев, да? Да, зараза. То есть, соточка. 50 арбалетчиков. Нет, 80 арбалетчиков, да? И 50 латников. Ну, что-то совсем вы меня скудно оставляете с ни о чемной армией. Так, дальше что? Смотрим дальше. Угу. 30 грифонов, 15 инквизиторов и 5 паладинов. Паладинов мы еще не можем. 30 грифонов, 15 инквизиторов. 15 и... Да, блин, ну какая разница. И пятеро, да? Ну, блин, давай уже делись. 5. Все, вот так. То есть вот так, вот так, вот так. Красным уродом, значит, дорога закрыта, да? Так вот. Так, а что нам? Единственное, нам остается накопить вот на это вот дерево, да, много. И нам еще надо будет внести бабки. Так, вот давайте сюда тогда зайдем пока. Оп. Зайдем пока еще сюда. Заплатить деньги. 15 тысяч надо будет отдать. Плюс еще так, нам надо ресурсы будет отдать. Так. Это у нас в замке, да, осталось? А вот у меня все вот это. Так. Значит, что? 15 дерева, да? 15. Ага. Как-то так. А, так это мы только рыцари еще построили. Ну, ё-моё, собирать и собирать еще, да? Ладно, тогда давайте я, наверное, на паузе соберу. Так, ну что, армию я собрал, получается. То есть все как и есть. Вот у меня тут 180, 50, 30, 15 и 5. Осталось вот как раз ресурсов немножко добрать. То есть я сейчас день подожду. Ой, извиняюсь, и все. В принципе, я думаю, можно проходить, да? 15, 15, ну... Давай. Вы готовы вступить в землю? Задача выполнена. Да, конечно, готов. Оп. Вот так вот. Армию у нас не забрали, слава богу. Задачи обновились. Каковы? Добраться до Торхала. Граница позади, и путь Фрида лежит в Торхал. Это единственный город королевства гномов, открытый для посещения чужестранцам. Скорее всего, там и скрывается принц Андриас. Фриде придется вести переговоры с полководцем гномов Вульстоном, прославившимся своим вздорным характером. Ну ладно, не вопрос. Только сначала я у вас тут поразграблю немножко, да? Так, это вот так вот лучше. Земли-то ваши я тоже поразграбляю немного. Я, пожалуй, уже буду, наверное, опыт брать. Смотрите, здесь уже гномы поперли. Беша... О, так они нас так просто здесь... Так просто они нас тут... Пограбить-то ничего не дадут, да? Часть карты открыта. Сюда мы не пройдем. Сюда мы не пройдем. Без шансов. А может, все-таки с шансами, а? Если я вас берсану. Давайте попробуем для прикола. Сейчас.
Ну, чисто для прикола. Не знаю, может, реально без шансов, конечно. Автосохранение прошло. Поражение вручную. Тан-тан-тан. Так вот, может. Кто там первый ходит? Ой, Фрида ходит, к сожалению, не первая. Так, ну пока давайте, короче, ждать. Сейчас он выстрелит. Да. Смешно тебе, да? Так, значит, кто у нас под Берсом будет? Ты будешь под Берсом. Берсерк. Вот ты, да? Ну-ка, лови. Иди, бей ближнего своего. Вот это мне нравится, да. Так, еще минус. Нет, слушайте, мы не успеваем. Мы так сейчас всех лишимся. На ней там еще берсерк лежит. Не, он, скорее всего, ничего не прокатит у нас тут так. Грифона можно пока что улететь. Но его все равно тут сейчас тронут. Не, тут что-то никак не катит. Чтобы катило, надо, чтобы Фрида у нас умела быстро колдовать. А, то есть, вот для этой штуки ей нужно чародейство вот это вот искусное. Да, то есть здесь нет, смысла нету. Искусное чародейство ей нужно, чтобы скорость каста у нее увеличилась. Там она скастовала, и хоп, она опять быстренько пошла бы. А тут пока с этими не получится сражаться. Давайте тогда мы с этими подеремся. Так, что-то у меня подзатупила немного игра. Ну, бывает время от времени, хотя... В принципе, здесь это редко случается. Так. Ну, это обычные грифки. Их, в принципе, что бояться-то? Давай. Ну, одного-то он может и вынести, кстати. 24, а может и нет. Ну-ка. На. Ну, отлично, с удачей. Никто тут никого, короче говоря, не вынесет, наверное. Ну да. Все, заканчиваем. Нет, тут классические такие рыцари, они тоже прикольные. Мне они тоже очень нравятся. Так, тут у нас что, тоже, наверное, легион драконов? Ну нет, высокая. Высокие этих вот низкая уже. Таны высокие. Ой, там такая хорошая боевая академия. Вот как туда пройти, а? У меня аж нету, наверное, астральных врат. Нету. Личи. Это вот нечестно. У меня отрезали армию. Так бы я хоть поборолся за вот эти все плюшки. А так у меня теперь не получается этого сделать. Вручную попробую. Ну, здесь вот зря, наверное, вручную. Потому что здесь смысла все равно нету. Меня тут зажмут. Это все-таки личи, они против них не катят. Ну-ка, давай-ка, убейся нахрен. Блин, ну минималочка. Даже не то, что минималочка. Так, каменную кожу на... Вот их, наверное... Сейчас еще грифона потеряю, да? Раз. Итого двое и трое, наверное. Блин. Было четверо, да? Блин, жалко. Троих птичек потерял. Так, что делать с этими? Призыва. Туча. Ну, попробовать их на берсерк развести, но я не знаю. Как-то это фигня какая-то. Конечно, да. Так, оставить одних грифонов. Это, наверное, глупо, да? А может и не глупо. Так, и улететь ими. Оп! Ну нахрен ты боевой дух-то ссаный. Берсерк вот на этих, да? Ну, дура, он просто туда выставился и все, сейчас умрет. Да. Рах! Да блин, ну что делаешь-то, тварь? Заставляет меня перегружать игру. Слушай, нет, не катит это, конечно, не знаю. Не хватает очень Фриде этого самого ускоренного колдовства. Блин, опять личи убивай, да хрен с ними. Перепрыгнуть я тоже их не могу. А очень хочется. Очень хочется мне справиться с этими дурацкими танами. Тут академия такая хорошая.
нападение или защита на один. Плюс еще всякие ништяки же наверняка есть, а я не могу посетить этого. А если я обратно за армией схожу? А я уже не схожу. Ну все очень плохо, чё. Как, ну как-то же наверняка можно с ними бороться. Блин, так не хочется стат идти пропускать. Ну ладно, хрен с ним, чё. Пойдемте уже в город. Не хватает нашей Фриде умения пробить этих чуваков. Нужного навыка, так скажем. Так, что тут? Плюс 3 к удаче, это нехило. Высокая. Так, что тут за требования? Ты сейчас запросишь у меня, а? Блин, нет. Никого перетянуть нельзя, к сожалению. Так бы я перетянул к себе кого-нибудь бы. Тут у меня получается часть карты не открыта. Но я так не играю, это неинтересно. С читами, да, с читами можно было бы прошмыгнуть. Сотни. Давайте. А нахрена мне эти ресурсы нужны? Тут еще легион. Ну, они тут все мне заперли. Там, та часть карты у меня не открытая получается. Это неинтересно, так нечестно. Так не получится нам пройти ничего. Так, орда. Охраняют знания или элементарных слепений. Нахрен нам не надо. О, кстати, портал. Интересно, а куда ведет? Давайте сходим. Двустороннему, да, написано? Или к одностороннему? Односторонний портал. Ну, не знаю. Ну, сохранение у нас прошло. Давайте посмотрим. Зайдите попозже. Ладно, пошли переговариваться. А что я нажал такое? А я тут ничего не могу построить. Это типа мой город, да, как бы, но... Союзный. Союзнический город, но мы не можем в нем ничем оперировать. Пошли, ладно. Ну что? А, уже ход закончился. Ну, понаставили армии, специально заманивают. Что там у нас? О, красная тварь какая-то бежит. А, он все-таки щеманулся туда. Ласло. Вот тварь, а. Сейчас как-то что-то не так пойдет, наверное. Мы пришли за принцем Андреасом. Я же сказал, Дункан. Блин. Где Дункан? Дункан арестован за измену. Что? Империя сошла с ума? Люди вспыльчивы и лживы. Но не Дункан. Про таких, как он, у нас говорят огонь в сердце и ледяная сталь в жилах. Королева Империи Грифона обеспокоена. Он отправился в столицу, чтобы дать свои объяснения. Конечно. Только эта история плохо пахнет. Так, а я все просрал. Пока мне позвонили. Они атакуют! Что? 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 Люди! Ласло штурмует Дорхрал! Дипломатическая миссия, значит? Ну, вот это жопа. Лукунья! Подстава, да? Подонки! Отвезти их на границу. Попало, да? Что? Мы их впустили? Мы их выпускаем. Глупец. Возьми их в плен. Это ценные заложники. Не стану. Я дал слово. Ты даешь его слишком часто. Сначала принц Андреас, теперь эти. Убирайтесь! Вон отсюда! Ты дал слово, простофиля. Но я не давал. Я буду на них охотиться. Ласло, ты ловишь воображаемых демонов, безжалостно режешь крестьян, а теперь... Начинаешь бессмысленную войну. Нам нельзя останавливаться, миледи.
Армия Рольфа не знает жалости. С меня довольно крови и безумства. Прости, отец, но совесть и вера не оставляют мне выбора. Я буду воевать против Аларика, Ласла и их сумасшедшей короны. Наконец-то разродилась. Ура! Так, задачи выполнены. Задачи обновились. Задачи наши обновились. Каковы? Теперь нам надо отсюда бежать нахрен. Бежать. И теперь у нас еще все отобрали нахрен, а? Без шансов. А Ласла-то что? Не вижу. Города теперь все красные, принадлежат не нам. А что нам принадлежит? Нам принадлежит вот этот вот входик, да? В подземочку. Нам надо убегать. Так, убраться с территории гномов. Переговоры провалились. Ласла этот мясник нарушил вековой договор и перешел границу королевства гномов. Теперь ему уже поздно что-то объяснять. В глазах любого гнома Фрида враг. Ее задача проста — вырваться из их земель и остаться в живых. Давайте нападем, перебьем их всех. В чем? Высокая замок, подумаешь. Так, ну где-то я здесь портал видел, на самом деле. Надо бы нам им воспользоваться. Кстати. А еще, кстати, я здесь не пройду, да? Только в портал ныряем. Только сюда. За нами сейчас, наверное, побежит еще этот черт бородатый. Так, а ты у нас что, Ласла? Ты у нас... Ну да, он теперь, скорее всего, вражеский. Фрида объявила всем войну. Блин, как не хватает логистики, а? Рыжий пока что не дает нам... дает нам время уйти. Так, хорошо. Орда очень низкая. Ну что, подраться что ли с ними? Шок земли. Надо было только драться сначала с теми ребятами. Шок земли. Давайте подеремся. Что там? Ой, 8-7. Да до хрена потерял-то. А что так много-то? Ё-моё. Многовато. Наконец-то все стало ясно. Фрида теперь опомнилась. Не думаю, что ее кто-нибудь осудил бы за это. Годрик там. Так, вот это вот будет плохо, наверное. На, с удачей. Но все равно ответит, да, мало не покажется. Сейчас еще... Ах ты, собака. А у меня ведь ни воскрешения нет, ни черта у меня нету. Божественная месть. Ну-ка, шестерых, да, убиваю? Так, двоих только. Святое слово, антимагия, замедление. У меня же вампиризм есть, я забыл. Ну блин. Вампиризм вампиризмом. Но как я здесь... Как здесь бить-то мне? Неудобно же теперь. Грифон мне еще перегородил путь, дорогу. Двое вернулось. И все сгорели. Ну, к чертовой матери я паладинов потерял, а. Жопа просто. Пятерых паладинов меня зарезали. А еще неизвестно, что впереди меня ждет. С кем мне придется драться. Надо в подземку уходить. Вон, они так набрали теперь свою кровавую армию. А мы теперь обламываемся, ходим. Со своей скудной армией. Так. Замедление. Плюс сокровищница гномов. Может быть, подраться, что бы и нет. Вроде пока за нами никто не бежит. Ласла, черт, конечно, все поломал. А Ларик не удержал его. Так, пока ждем. Каменку. Все еще ждем. Ну-ка, вампирик на него. Так, тут, наверное, отойдем пока. Здесь надо тоже отойти. Да вот сюда. Что, не видишь клетку? Хорошо, стреляем. Троих теряем, да? У тебя что, кожа есть? Да, кожа есть. Значит, можно еще божественную силу. А их, ну-ка. Отлично, шестерых вернули. Ну вот нормально, так и деремся. Вампирик — это сила истинная. Так, жалко, только мы не все соберем, получается, да? Не все артефакты. Шок земли. У нас уже защита всех существ в армии от магии на 40. Это неплохо. Так, давайте-ка взломаем эту
Сокровищницу, отлично. Что там, ресурсов набрали, плюс золото. Нормально. Не знаю, правда, пригодится или нет. Но нам надо к подземке бежать, по идее. А что нас ждет в подземке, я хрен его знает. Так, тут гарнизон я хотел посмотреть. Он не пробит? Да, Ласло его не пробьет, если что. Ну или если пробьет, то ему еще долго копить армию. Волки. И волки. Не так важно. Угу, понятно. Здесь куча... Ну, фениксов, я не знаю, фениксов мы не пробьем никогда. Может, конечно, и пробьем берсерком. Ладно, друзья, предлагаю на этом серию закончить. Вот, продолжим в следующей. Я думаю, в следующей серии мы уж точно завершим ее. И, возможно, сразу же следующую миссию начнем. Вот, а пока большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам прохождение нравится. Если это так, то ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем до встречи и пока.